Городская поликлиника работает практически в обычном режиме. Во временной регистратуре также 5 специалистов. Кажется, что народу больше, но это эффект от уменьшения пространства. Сама очередь, как часто говорят, живая. Холл, где идет ремонт, огорожен от пациентов. Вход с торца здания. Посетители относятся к ситуации с пониманием. Конечно, неудобства какие-то есть. Вполне естественно, когда ремонт, но идет. Работы начались сразу после новогодних каникул. Медики говорят, что так же, как и театр с гардеробом, поликлиника начинается с регистратуры. Реконструкцию называют масштабной, фактически капитальной. Новой будет не только отделка коммуникации, но и сама концепция. Диваны, телевизор, 8 окон регистратуры вместо прежних 5. Одно из них для тех, кому необходимо оформить документ или поставить печать. Еще 2 специально адаптированных окна будут без очереди принимать тех, кто передвигается на колясках. В целом пропускная способность регистратуры значительно увеличится. Очень большие плюсы в этом, когда регистратура комфортная, когда увеличивается количество окон, то есть, соответственно, очереди уменьшаются. Спасибо огромное администрации, которые обратили на нас внимание. Благодаря средствам, выделенным Демченко Иваном Ивановичем, сейчас начался большой ремонт в регистратуре. Уже заготовлена новая мебель, вывеска и агитационные материалы также ждут своего часа. Ориентировочно ремонт планируется завершить к 20 числам февраля.